нашей школы, вот есть совместные работы наших новосибирцев с одним из ярких представителей школы, вот казанской, это Искандера Калимуллина, значит, просто есть совместные работы, я думаю, что они будут и впредь. Ну, вот сегодня Марат Мирзоевич еще говорил, тут сейчас в Казанском университете создан, я не знаю точно его название, математический центр, там типа превосходство так называемый. Никто не очень хорошо знает, что это будет, но если он будет реализован именно так, как задумывалось, то это будет полезно. Он, в частности, меня пригласил, говорит, если этот центр будет создан, приедете ли вы сюда, так сказать, там лекции почитать, заняться, приеду.